Всем здравствуйте! Старые обиды до сих пор не дают покоя двум легендам российского фигурного катания – Ирине Родниной и Татьяне Тарасовой. На протяжении многих лет они критикуют друг друга и говорят гадости, которые потом обсуждают в СМИ. В мире фигурного катания набирает обороты старый конфликт между тренером Татьяной Тарасовой и спортсменкой Ириной Родниной. Они находятся в ссоре еще с 80-х годов и периодически предъявляют друг другу разные претензии. А сегодня Татьяна Анатольевна дошла до личных оскорблений, когда Роднина сказала, что у заслуженного тренера что-то с мозгами слетело. Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про 80-е годы, а я говорю о 2001-м, когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я с Алешей Ягудиным. И это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная. Приводят ее слова журналисты. Отметим, что спор начался несколько дней назад, когда Татьяна Анатольевна вспомнила об отношениях с бывшей подопечной Ириной Родниной. По ее мнению, Ирина Константиновна поступила некрасиво, когда взяла с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которая страдала от онкологии. Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она говорит: «У меня нет страховки». Я говорю: «Это не важно. Ты работаешь, у тебя есть деньги, поэтому иди и делай». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву», — вспомнила Тарасова. Чтобы уточнить детали, корреспонденты позвонили Ирине Родниной, но та изложила свою версию событий и заявила, что тренер перепутала даты. Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Момент, о котором она говорит, имел место в 1981 году, а Черкасской не стало от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит. У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. «И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — сказала олимпийская чемпионка. По мнению спортивных журналистов, Роднина до сих пор сетует на сложный характер Тарасовой, а та, в свою очередь, считает, что сделала ее великой, после чего получила множество критики в свой адрес. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.